Крускот, здравствуйте! Вена передает сердечный привет. От имени наших учителей и школьников, которые изучают русский язык в Австрии, хотел бы поздравить вас с вашим 15-летним юбилеем языкового конкурса «Поляк в Европе, Европа в Польше». Я считаю, это очень хорошая идея провести такой конкурс, потому что сегодня русский язык становится больше и больше значительным в Европе, особенно в современной Европе. Мы уже проводим обмен школьниками 27 лет. Наша школа Шотен-гимназия в Вене сотрудничает с Московской школой номер 1434. И недавно наши ученики вернулись из Москвы с восторгом. Они с радостью приняли участие во всех мероприятиях школы, в экскурсиях. Они ходили на уроки, они жили в семьях. И они действительно узнали, что это такое жить в Москве, жить в семье, что это такое русская семья, русская приветливость и русское гостеприимство. Я желаю вам успешно продолжать ваш конкурс в следующие годы. И надеюсь, чтобы наше сотрудничество развивалось. Желаю вам удачи, хороших идей до будущих встреч. И особенно я рад, что Вацислав, этот красивый город, это место проведения конкурса. Приезжайте тоже к нам в Вену, мы будем сотрудничать. До встречи в Австрии или в Польше.